Около 3 часов она пошла в магазин, после чего она быстро вернулась и рассказала, вернулась в слезах, рассказала, что на нее напала собака. Прокусила левое бедро, после чего мы поехали в травмпункт. Там нас сразу же госпитализировали, наложили 2 шва. Вот, потом лежали в больнице, выписали. Следователь сначала с ПДН в этот же день, инспектор ПДН звонила, мы написали заявление, она дала сразу направление на судмедэкспертизу. Потом со мной связалась следователь со следственного комитета. Вот я туда тоже ездила, с ней разговаривали, ездила уже и с ребенком. Вот она дала другое постановление, там с другими вопросами. Вот сегодня мы ездили с больницы, забрали историю болезни, выписку и ездили на судмедэкспертизу. Уже по направлению следственного комитета, да. Инспектор ПДН, она мне предложила написать заявление на людей, которые должны заниматься отловом собак. Она сказала, что возможно, опять же не точно, возможно, можно будет получить компенсацию. И как моральный ущерб, не моральный, то, что и все равно какие-то препараты покупали сами, и ездила, время потраченное. А потом, когда следственный комитет звонила, она мне тоже сказала, что, возможно, можно будет написать заявление по той же схеме, да. Так знаю, что случаев таких очень много, и в интернете очень много об этом пишут, случаи рассказывают. Конечно, хотелось бы... И чтобы взяли на контроль и занялись уже и отловом собак как-то. Потому что их очень много. И, конечно, какую-то компенсацию тоже хотелось бы получить. Потому что и морально ребенок пострадал, и физически. Морально очень сильно. Она теперь ходит за километр, шугается каждую собаку. И также с администрацией вот к нам... Со мной связывался человек, он говорил, что должен был приехать, но приехать у него не получилось, посмотреть двор. Он сказал, что приедет, чтобы показала я двор, все, пройдем. Но сегодня он мне написал, что по другому адресу они идут, там вроде как в доме живет очень много собак, что он мне пришлет фотографии после этого, этих собак, чтобы ребенок посмотрел, не было ли знакомой собаки. Когда мы с ним встречались, он приезжал ко мне на работу, встретился со мной, сказал, что... Вроде как люди отпускают на день собак, они бегают, гуляют, а потом она их, женщина, опять всех домой.